Как там влюбленные жили себе, и все у них было хорошо. Кто украл его принцессу? Это что, Фредди? Шарик, прыгай туда, пожалуйста, он сейчас тебя съест. Ай, сколько Фредди тут, почему вас так много, что мне все нельзя съесть? Быстрее. А вот, смотрите, три Фредди сразу. Смотрите, поджидает меня, трясутся. Они же сейчас взрываться будут. Ай, нет. Ребята, всем привет, меня зовут Спайдер Дюдо, и вы, как вы заметили, наш красный шарик прыгнул в логово Фредди, Бонни и всех его друзей. Ты кто такой? Это же Бонни, ребята, смотрите, Бонни тут бегает, ну-ка получай, Бонни. Фу, у нас красный шарик, да? Они что-то меня пытаются испугать. Это Фредди, ребята. Ай, больно. Что? Откуда он тут взялся? Ого, как-то странно, ребята. Фух, нужно быстрее, прямо туда быстрее прыгать. А! Все, хорошо, что мы успели. Так, как же он меня напугал в прошлый раз. Вон он, ребята, вон он, еще один Фредди, нет? Он что, своими деталями взрывается? А! Ого, какой же он страшный, ребята, нет? Так, хорошо, что он хоть на месте стоит. А! Фредди, успокойся, все, давай лучше дружить. Так, не знаю, ребят, но он вроде как бы немножко успокоился. Мы тогда заберем вот эти звездочки, которые тут везде находятся, хорошо? Так, все это мы забрали. Ой, Бонни, отстань. Чё ты такая быстрая? Сейчас мы до тебя доберемся. Все, ребятки, Бонни у нас получила. Бам. Все, готово. Проблем теперь с ней не будет. Давайте быстрее уже дальше пройдем, а то как-то страшно. Еще сейчас вылезут неизвестно откуда. Так, тут, надеюсь, никого нет такого опасного? Да вроде бы нет. А вот, смотрите, три Фредди сразу. Смотрите, поджидает меня, трясутся. Они же сейчас взрываться будут. Ай, нет. Фух, еле мы успели от них убежать, ребята. Они бы меня испугали бы, и все. Конец был бы шарику. Сдулся бы от страха. Так, ну ладно. Как-то мы тут тоже справимся. Давайте сюда вот так вот прыгнем. Готово. Фух, теперь мы тут можем пройти. Ой, ты что тут меня поджидаешь, да? Фух, хорошо, что мы успели сюда запрыгнуть, ребята. Так, теперь тут ничего нет интересного. Оп, звездочку берем, ключик тоже. И теперь можем отправляться на ту сторону, ребята. Готово. Так, уху. Ой, фу, хорошо, что тут никого нет-то. Тихо, запрыгиваем. Теперь поехали вот сюда. Берем наш ключик, и мы можем уже дальше отправиться. Хорошо, что пока что мы увидели только Бонни и Фредди, а то мало ли. Оп, все, сюда мы тоже допрыгнули. Звездочки теперь мои. А, отстань от меня, отстань. Своими гаечками взрывается он, а. Посмотрите на него. Ты что, меня напугать решил? Да ничего у тебя не выйдет. Так, заберем тогда здесь ключик. Оп, что у нас тут? Что, как это я умудрился на эти колючки попасться? От этих Фредди всех с Бонни бегаю. Так, вон он. А, да что? Почему я так долго там застрял? А если бы он меня испугал, и все. Конец бы пришел. Ну, хорошо, что все обошлось. Так, что это здесь у меня? Тележка, судя по всему, мне как-то точно уж пригодится. Так что мы на нее запрыгнем. Так, а ну-ка, вот так. Все хорошо. Посмотрите, кто это? Это три Фредди. Три Фредди, которые меня ждут вон там наверху. Они что, меня сейчас будут пугать? А-а-а, бежим от них. Нет. Смотрите, видите, они взрываются какими-то своими деталями, ребята. Фух, я уже так испугался, но как получилось, испугали вроде бы мы их, а не они нас. Так что и такое тоже бывает. Но ничего, ребятки, мы сейчас с ними справимся. Берем вот этот вот колючек и прыгаем вниз, готово. Так, что теперь тут такого страшного? Ой, тут как бы... А! Что, почему мы не могли допрыгнуть до вниз? Фредди нас съел-то. Так, ой. Я же не хотел вниз падать, оно само получилось, честно. Нет, ну представляете, они меня настолько запугали, что я уже не могу пройти этот уровень только. Все,
Хорошо, что все обошлось, а то я думал, это надолго будет. Звездочка, ключик, все теперь у нас. Осталось мне двигаться дальше. Оп. Ух, смотрите, как мы зацепились прямо за краешек. Так, тут ничего интересного нет? Нет, все мы тут забрали, значит, поехали вниз. Вау. Что здесь? Тележка. Тележка мне лишней не будет, так что поехали скорее сюда забирать наш ключик. Теперь можем отправиться на эту сторону. Вот тут бы, конечно, все бы позабирать. Отлично. Фредди, ну что? Ты там меня не хочешь заметить? Все, мы его обманули и... Ого, обманули. Это у нас чуть не обманул. Эти колючки могли все-таки до меня достать. Что мы тогда делали? Ой-ой-ой, сейчас, кстати, тоже было на волоске. Ай, нет, взрывается. Все, отстань. Да вроде бы успокоил. Как-то влюбленные жили себе, и все у них было хорошо. Кто украл его принцессу? Это что, Фредди? Шарик, пройди туда, пожалуйста, он сейчас тебя съест. Ай, сколько Фредди тут, почему у вас так много, что мне все где съесть? А вот, смотрите, три Фредди сразу. Смотрите, поджидают меня, трясутся. Они же сейчас взрываться будут. Ай, нет. Всем привет, ребята, меня зовут Споди Додиду. Вы посмотрите, кто это? Это три Фредди, которые меня ждут вон там наверху. Они что, меня сейчас будут пугать? Ай, бежим от них, нет. Смотрите, видите, они взрываются какими-то своими деталями, ребята. Фух, я уже так испугался, но как получилось, испугали вроде бы мы их, а не они нас. Так что и такое тоже бывает. Но ничего, ребятки, мы сейчас с ними справимся. Берем вот этот вот колючек и прыгаем вниз, готово. Так, что теперь тут такого страшного? Ой-ой-ой-ой, тут как бы... А! Что, почему мы не могли допрыгнуть до вниз? Фредди нас съел-то. Так, ой-ой-ой. Я же не хотел вниз падать, оно само получилось, честно вам. Нет, ну представляете, они меня настолько запугали, что я уже не могу пройти этот уровень только. Все. Хорошо, что все обошлось, а то я думал, это надолго будет. Звездочка, ключик, все теперь у нас. Осталось мне двигаться дальше, оп. Ух, смотрите, как мы зацепились прямо за краешек. Так, тут ничего интересного нет? Нет, все мы тут забрали, значит, поехали вниз. Вау, что здесь? Тележка. Тележка мне лишней не будет, так что поехали скорее сюда забирать наш ключик. Теперь можем отправиться на эту сторону. Вот тут бы, конечно, все бы позабирать. Отлично. Фредди, ну что? Ты там меня не хочешь заметить? Все, мы его обманули и... Ого, обманули. Это у нас чуть не обманул. Эти колючки могли все-таки до меня достать. Что мы тогда делали? Ой-ой-ой, сейчас, кстати, тоже было на волоске. Ай, нет, взрывается. Все, отстань. Да вроде бы успокоился, но мало ли, сколько их еще будет на моем пути, ребята. Готово. Ой, фух, пронесло. Так, тележка мне нужна. Все, просто я не люблю ее ждать, и надо все сразу так. Хоп. Вот и к чему, ребята, это привело. Так что спешить тоже не всегда полезно. Ладно, давайте все равно отсюда запрыгнем и поедем. Поедем на обратном пути. Звездочки, мы эти все заберем. Бонни, а ну-ка иди сюда. Все время нас пугало, теперь получи, теперь я тут главный. Давайте еще сюда запрыгнем, заберем тут эти две звездочки и готово. Так, что тут у меня? Фредди, ну что ты так не вовремя тут взялся-то, а? Да вон он еще один. Как нам его пройти-то, если я не могу запрыгнуть? Ку-ку! Так, ну мы вроде бы мы показались. Не гонится он там за мной. Где-то сейчас как выскочит. Вот так вот, например, ребята, ты что тут забыл в игре-то? Фух. Пронесло. Откуда он тут взялся, я даже не знаю. Ну ладненько. Так уж и быть. А, нет, меня переехала эта штуковина. Чего?
Смотрите, как мы пропустили, смешно. Так, как бы мне еще вот тут пройти? Вот так вот. О, наверное, зря это сделал. Да, потому что она туда да не упала полностью. Эх, придется вот так вот. Мы, кстати, ее скинули. Ну да ладно. Быстрее, быстрее, быстрее. Стоять. Стоять. Ключик я беру и быстренько прохожу. Ой, что здесь будет крутого-то? Две звездочки, ключик. Все хорошо. Фредди, 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 отстань. Отстань от меня. А! Все. Его эти детальки. Ай! Заметили. Детальки эти его не помешали нам как бы никак, так что все отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, быстрее, быстрее.